Каждое утро в летнем лагере творческой смены начинается с зарядки. Да не с простой, а с чирлидерской. Ребята из Калиновки уже несколько лет занимаются этим непростым видом спорта. Могут хорошую растяжку и сложные элементы продемонстрировать. Это пирамида из людей, это гимнастические, акробатические элементы, танцевальные связки. То есть это все вместе. То есть любой ребенок, неважно, крупненький, худенький, маленький, высокий, он находит себя в этом виде спорта. Основная часть ребят делает свои первые шаги в чирлидинге. Но есть те, кто уже достиг определенных успехов и даже побывал на соревнованиях. Я на чирлидинг хожу. На чирлидинге я флайер. И я уже заняла 3-е место. Как интересно, а что такое флайер? Флайер – это тот человек, которого кидают. Солнечная погода и хорошие друзья – самые верные партнеры для подвижных игр. Опытные наставники организуют команды и проследят, чтобы все было по-честному. И в конечном итоге победила дружба. Чего ты ждешь от лета? Каких-то ощущений незабываемых, развиваться, получать что-то новое, научиться чему-то новых, новых друзей. После блока подвижных игр ребята продолжают заниматься в здании Калиновской библиотеки, где проходят мастер-классы, игровые программы и увлекательные лекции. Можно продемонстрировать свое мастерство в настольных играх и нарисовать любимых персонажей мультфильмов и комиксов. Расписано у нас все с учетом того, чтобы мы поиграли какие-то подвижные игры, пришли, позанимались творчеством, потом опять час каких-то подвижных, да, игр. Хороший летний отдых – это залог дальнейших школьных успехов и крепкого здоровья вашего ребенка. Поэтому вопросов, отправлять или нет в лагерь, стоять не должно. Здесь и новый вид спорта освоить можно, и друзей найти. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.